Давай звони следующему. А следующий ты. Катюня. Не хочу. Голоса мерзкие и сами, наверное, такие же. Не пробовала. Я вообще-то объявление взял. Большое спасибо. Мы... Ручку поцелуем. Спасибо, моя хорошая. Очень приятно. Вы свободны. Давай. Виски. Павел, я тебе сказал не брать полотенце твоей жены. А? Я не одета. Имей в виду. Что случилось? Сколько можно повторять? А? Не смей брать полотенце моей жены!